Поговорим немножко о магии улыбки. Еще до того, как вы проснулись, ваше лицо уже украшает улыбка. Еще до того, как вы одели нитку жемчуга, вы уже можете украсить себя улыбкой. Улыбке приписывают множество классных характеристик и суперкачеств. Но сегодня я хочу поговорить об отсутствии улыбки. Что следует за этим? Прежде всего, отсутствие улыбки – это негативный прогноз всему телу. Вы хмуритесь, вы грустите, и ваше тело получает команду, что что-то не так. Может что-то произойти, случиться, ухудшается здоровье. Этот принцип хорошо известен актерам. Для того, чтобы загрустить, они принимают грустную позу. Для того, чтобы развеселиться, они улыбаются. То есть работает система наоборот. Сначала тело принимает правильную эмоцию, а потом она передается всему организму. Всем известен случай, когда буддийские монахи лечат улыбкой. Они просто принуждают своих пациентов улыбаться 24 часа в сутки. И результаты для физического здоровья колоссальны. Отсутствие улыбки – это высокий шанс поломать коннект при общении с незнакомым, новым для вас человеком. Расскажу немножко о себе. Однажды на переговорах, в момент шутки моего англоязычного партнера, я хмурилась, переводила в этот момент то, что он сказал. Отсутствие улыбки на моем лице мой партнер воспринял как отсутствие чувства юмора у меня. Это поломало коннект. Переговоры закончились. Вот такие негативные последствия отсутствия улыбки мы можем встречать постоянно. Нужно улыбаться и думать позитивно.